Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про забудову міста Дніпра. З нами депутат міської ради Дніпра, що входить до комісії з питань архітектури та містобудування Олександр Сирота. Олександр Сирота, депутат міської ради Дніпра. Освіта – Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. За фахом – інженер-будівельник. Відповідав за будівництво Катеринославського бульвару, ТРЦ «Мостсіті», один із розробників проєкту «Брама». Входить до постійної депутатської комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Хобі – історія, подорожі. Олександр Володимирович, добрий, радий вітати. Добрий вечір. Добрий вітати. Радий вітати вас у нашій студії. Власне, хотів би почати нашу розмову із забудови центральних вулиць Дніпра. Зокрема, такі вулиці, як Короленка, як вулиця Яворницького, не проспект, а саме вулиця, перетворюють на пішохідні. Був також проект створити пішохідну вулицю Барикадну, але поки що він, наскільки я знаю, заморожений. Ваше ставлення до цього процесу? Процесс этот на самом деле достаточно сложный. В чем его сложность? В том, что пешеходная улица на самом деле это замечательно. Но ни одна пешеходная улица не должна создавать непоправимых проблем для движения транспорта. Эти улицы, допустим, ну, Барикадная, я думаю, это сложно. Это не зря этот проект отложили, там и так перегружены все улицы. Короленко, там есть параллельно улица Карлолипных, та улица Ленина, которая бывшая, естественно, которые в состоянии обеспечить движение транспорта. Создание пешеходных улиц – это на самом деле естественный процесс для людей, которые имеют недвижимость в районе этой улицы. Потому что пешеходная улица – это хороший трафик пешеходов. Люди, которые едут на машине, далеко не каждый останавливается. Заходит в магазин, который есть на этой улице. Пешеходы заходят практически 80-70%, кроме тех, которые транзитом проходят через эту улицу. Поэтому проект пешеходных улиц, в принципе, мне симпатичен. Более того, я, когда работал в департаменте коммерческой недвижимости корпорации «Алиф», имел самое непосредственное отношение к проекту пешеходной улицы, которая стала сегодня Катеринославским бульваром. Это одно из любимых мест отдыха горожан. Я знаю, я сам там, и все мои знакомые, незнакомые, если кто-то приезжает из-за границы, из других городов, все ведут туда своих друзей, гостей для того, чтобы показать о том, что у нас в городе есть кусок европейского уровня. Даже, наверное, не в каждом европейском городе есть такой бульвар. Но этот процесс создания пешеходных улиц, он должен быть ограничен здравым смыслом и требованиями генерального плана и необходимости транспортной структуры. Можно весь город сделать пешеходный, ну и что хорошего. Тобто ви не погоджуєтесь? Ну, в принципі, у нашій міській владі говорили, що, в принципі, можливо, колись центр міста стане пішохідним, що це європейська практика. Тобто ви вважаєте, що такого робити не слід? Нет, такое сделать можно, но только нужно определить, первое, размеры этого центра. Пешеходная зона не должна быть такой длины, чтобы по ней надо было идти 2 часа, чтобы пройти из конца в конец. Ну, то есть не историчный ареал? Нет, не историчный ареал, даже просто номер один историчный ареал, тоже то забагато. Второе, должны быть так называемые разгрузочные парковки для легкового транспорта. То есть человеку, если надо попасть куда-то в район этих пешеходных улиц, он должен иметь возможность нормально, спокойно припарковаться. Достаточно должна быть большая, емкая парковка с удобными подъездами. Выйти там где-нибудь за 100 метров,
оставил машину и пошел. Это действительно европейская практика. Даже в таких городах, как Венеция, где вообще нет автомобильного движения в центре города, в начале этих маршрутов, которые на катерах, исполняющих роли троллейбусов и трамваев, в Венеции есть огромные парковки, туда приезжают от тысячи машин. Их оставил, прошелся пешочком, купил билет, сел на катер и поехал дальше, куда тебе надо. Ну, а загалом, загальний вигляд вулиці Короленка вам як? Як людині, яка брала участь у розбудові Катеринославського бульвара? Знаєте, як говорять, на вкус і цвіт товариші нет. Оно, в моєму розумінні, це слишком авангардистське місце. Ну, я, може бути, в силу свого мислення, в силу свого возрасту, не являюсь поклонником суперавангарда, являюсь поклонником більш класичних, звичних форм. Поэтому у меня в душе присутствуют некоторые вопросы к этой улице. Но озвучивать я бы их не хотел, потому что это некорректно как раз с той стороны, о которой вы сказали. Меня как участника разработки Катеринославского бульвара, как участника начала разработки бульвара Южный, который вот сейчас в первую очередь находится в стадии завершения, мне сложно оценить творчество то, которое имело предложение на улице Короленко. Ну, наверное, там какие-то архитекторы были. Наверное, у них такое видение. А от якщо ми вже згадали про Катеринославський бульвар, я так чув, що був певний проект продовження його. От що із цим? Ну, этот проект не только був, он и есть. Сейчас, я думаю, в ближайшие дни, может быть, не пару недель, откроется первая очередь Екатеринославского бульвара 2. Это участок, который идет по улице Южной от улицы Шевченко и доходит до середины улицы Южной. Почему только до середины? Потому что дальше полквартала, который планируется под застройку, они там находятся в состоянии отселения, сноса. Ну и сегодня делать благоустройство там, где завтра будут ходить тяжелые самосвалы, экскаваторы, меняться сети и так далее, это неразумно. На День города там даже будет такое знаковое событие на этом бульваре Екатеринославский 2, он же улица Южная, там будет установлен монумент, памятником назвать его нельзя, потому что он не посвящен конкретному человеку. Это будет скульптура разработки наших киевских скульпторов-архитекторов. Очень приличная, 7 метров высотой. Ну, я думаю, 11-12 числа наши жители уже смогут эту скульптуру увидеть. Так, ну цікаво буде подивитися. От ви згадали про відселення, розселення жителів. Взагалі, як цей процес зазвичай йде? Важко? Да, это процесс сложный, по ряду причин. Те люди, которые реально видят обстановку и понимают реальную стоимость их недвижимости, они, как правило, очень быстро находят общий язык с инвестором, который их отселяет. Есть другая категория людей, которая считает, что это последний шанс в их жизни, что если сегодня не содрать с инвестора все, что возможно, то они себе потом этого никогда не простят, они, дети, внуки и так далее. Это сложно, но в этой ситуации хотя бы можно договариваться. Есть люди, которые умышленно не хотят это делать. Вот они остаются сами, в этом доме. Там причины бывают разные. Некоторые, вот я сам сталкивался со случаем, когда жительница одного из домов, где сегодня уже на этом месте стоит уже 5 лет или 6, новый объект, она говорила, ей давали нормальные деньги. У нее была двухкомнатная квартира, ей хватало, чтобы купить две квартиры на эти деньги. И родственники там, ее и дети, я говорю, мама, не дури, пожалуйста, дай шанс нам, тут и тебе хватит, и нам хватит. Она говорит, нет, я хочу здесь умереть. Я родилась, я хочу здесь умереть. Да, я хочу здесь умереть. Ну, что я могу сделать? Ну, я ей сказал, что я в этом вопросе вам помочь ничем не могу. У нас другие задачи, мы строим. Поэтому, все равно как-то решилось с помощью городских властей. Представили ей квартиру в хорошем месте, в центре города. Но квартира детей уплыла в небытие, потому что это не было
добровольное решение, это было решение через суд, через решение местных органов власти. Ну, есть еще отдельная категория людей, которые даже зачастую не живут в тех домах, которые подлежат отселению. Это профессиональные активисты, профессиональные протестующие, люди, задача которых мешать любимыми путями инвестору, застройщику, для того, чтобы заработать на этом деньги. Такие случаи тоже были, к великому сожалению. Сейчас я говорю об этом с позиции депутата. 3 года назад я был внутри этой системы и понимал, что происходит. Великолепный дом на улице Троицкая, 5. По нему еще, когда я руководил этим бизнесом в корпорации, 2-3 года шли всякие судебные разбирательства. Вот мы это не хотим, вот вы то не хотим, вот все. Дом уже строится полным ходом, но суды продолжаются. Они то по одному поводу, эти активисты так называемые, то по другому. Все время подают в суд, это у людей их жизненное занятие. Недаром появилась уже целая категория людей, которые на вопрос, чем вы зарабатываете на жизнь, говорят, мы зарабатываем активизмом. Ну, напевно, вони самі так не говорять відверто, але всі знають цих людей. Вони і самі так говорять. Ну, звісно, не на телевіденні і не своїм контрагентам, але в своєму кругу вони зачастую употребляють цю термінологію. Є і таке. Ну, все-таки стройка в місті йде. І це дуже добре. Стосовно будівництва в місті. От є у нас такий об'єкт, така будівля, одна з найстаріших будівель Катеринослава. Це будівля колишньої суконної фабрики, хлібзавод номер 1, знаходиться біля залізничного вокзалу. Зараз вона перебудовується у торгівельний центр, наскільки я знаю. От що вам відомо про це, що там буде на тому місці? Ну, этот процесс тоже начинался проектирование еще при мне, когда я работал в компании. На этом месте будет красиво, это я точно знаю. Значит, здание, все, что в нем было историческое, все сохранилось, фасады сохранились. Вложены гигантские деньги в приведение в порядок этих фасадов, потому что предыдущий собственник реконструкцию фасадов производил за счет использования пенопластовых вставок, то есть колонны одевались пенопластовые кожуха, их мазали, красили, ну, конечно, это все так, ну, не знаю, мягких выражений, мягких выражений нет, твердые не хочу. Приставание до истории. Да, твердые не хочу. Там был замечательный торговый комплекс, который и получил еще развитие во двор, где тоже будет торгово-развлекательный центр с кинотеатрами, с супермаркетом. Те, кто там проходил какое-то время назад, а еще кто много лет следит за этим местом, видели, какой там был ужас. Была застройка, которая нашими земляками называется простым и внятным словом гнидники. Вот эти гнидники там были, которые торовали чем попало, в антисанитарии, без тротуаров, без подходов, без подъездов. Электроэнергия запитана была где попало, где украдена, где самовольно подключено. Так, ну, было там миллион... и пожежа, здається, десь. Да, там горело какое-то время назад. Я думаю, що через пару років там буде дуже добре. Так, це стосовно будівництва, а давайте поговоримо стосовно руйнації. От нещодавно, десь у березні місяці, було знесено торгівельний комплекс «Кубометр». От чи було вам шкода цієї споруди, чи вона з самого початку планувалась, як певна така споруда, що проіснує декілька років і буде знесена під корінь? Ну, с самого начала эта площадка, это была площадка в первой очереди комплекса «Брама», позиция называется «Перекресток». Это хорошее здание, которое красивое, капитальное, которое, протянувшись, будет вдоль всей улицы Харьковской, я имею в виду от угла, вот от суда и туда до улицы Плеханова. И напротив суда, это угол Харьковской Глинки, там будет акцентное здание,
Высотная, офисный центр. Те 6 этажей, это будет ровоофисный комплекс. Комплекс очень интересный. Это еще его архитектуру разрабатывал господин Дольник. Он будет объединяться, или точнее соединяться, двумя надземными переходами с Мосити-центр. То есть люди, зайдя либо в один комплекс, либо в другой, будут иметь возможность безбарьерного и нормально акклиматизированного перехода с комплекса в комплекс. Когда строился Кубометр, было понятно, что это здание на какой-то период. Какой это будет период, это зависело и от окупаемости этих вложений, и от готовности рынка к восприятию комплекса «Брама». Конечно, он сразу делался в таком варианте, чтобы его было легко собрать, легко разобрать, этот кубометр. И никто его не рассматривал как капитальное здание со сроком службы там, 30-50 лет, ни в коем случае. Там понимали все, что до 10 лет. Кубометр свои функции выполнил, несмотря на все критические замечания, в том числе и замечания арендаторов, которые в нем работали по поводу этого здания. Когда получили уведомление о прекращении договора в связи со сносом, все очень расстроились, операторы. Ну, это обычное у них поведение, там пока все нормально, а все плохо, а когда, не дай бог, надо менять место, все оказывается, как было хорошо. Это нормально, это бизнес-процесс. Ну, во всяком случае, вот произошло то, что произошло. Все эти контейнера нашли вторую жизнь. А, до речі, де вони знаходяться? Їх розкупили оператори в основному з районних центрів, з малих городів. Зараз ці контейнери в райцентрах, в селах, поселках стоять в виде магазинів. Ну, для це такого... по нашій області, так? Да? Так, да, по нашій в основному. Ну, для цього формату воно дуже удобно. Утеплений контейнер з вводом туди, готовий для вводу комунікації з фасадною групою. Легко собирается по два, по три, по чотири. То есть это нормальное решение. А разошлись вони як? Це був подарунок чи на комерційні основі? Та який подарунок? Ось що-то за них такі гроші плачені. Да? Ну, ну що ж там було? Хоча порядок цифр можемо? Оскільки... Я не знаю, вже це було без мене. Це я вже не знаю, порядок цифр, ну, який то був. Так, може, ну, кому, я, і подарунок, розійшли, може, кому і подарунок цьому, досталось, да. Я цих подробностей не знаю. Так, Олександр Володимирович, ви от сказали про проєкт на Харківській, на вулиці Глінки. Це, я так розумію, проєкт «Брама», він так і називається. От у мене два питання у зв'язку з цим. По-перше, по строках це коли? Ну, перекресток сегодня я не знаю сегодняшнего графика, но тогда он был рассчитан на 2,5-3 года. Ну, насколько я знаю, ну, там вот проект є по звуженню вулиці, там, де кубометр, точніше, прийняти рішення, це до 23-го року. Тобто, можна говорити? Ну, вот это, наверное, так и будет. Так, і друге питання стосовно тієї брами, яку всі розуміють, що таке брама, що це велика будівля. Я так розумію, цей проект заморожений, він поки що не буде реалізуватись. Насколько я знаю, да, сегодня он реализоваться не будет, но дело в том, что там проектировщики работают над адаптацией его там, под современные нормы, что-то поменялось. Даже если не поменялось де юре, то все равно стройиндустрия на месте не стоит, появились новые материалы, новые технологии, но все эти изменения, они в основном будут связаны с отделкой. Нечто капитально там менять очень сложно, потому что объект прошел согласование в Минрегионбуде в свое время на техсовете министерства. Его там полгода рассматривала МЧС. Я туда документацию возил самосвалом, привез там ее, разгрузил, потом они ее посмотрели, я ее забрал. Поэтому там настолько сложный вот этот документооборот, и сегодня все готово к этому, что я не думаю, что там кто-то рискнет сегодня лізь в серйозні і конструктивні змінення. Так, Олександр Володимирович, не можу вам не задати таке питання, досить цікаве. Я нещодавно мав у цій студії розмову з начальником управління з охорони культурної спадщини міської ради Надією Лиштвою. Вона говорила, що є проблеми забудовників і у міської ради, і у обласної адміністрації стосовно конкретного об'єкта. Це ДК «Річа», да? Палац культури і металургів, як він зараз називається.
називається, або були, навіть інша там були, є назва. Були, да, тобто власник хоче вивести його із переліку об'єктів культурної спадщини місцевого значення. От ви довгі роки займалися забудовою, да? Зараз ви в профільній депутатській комісії працюєте. Ваше ставлення до такої позиції забудовника і для чого це зазвичай робиться? Давайте почнемо з того, за чим це робиться. Это делается за тем, что когда объект имеет такой статус, к нему практически притронуться невозможно. Можно делать только реконструкцию, тем более по ДК Ильича, по-моему, у него объектом охраны являются и интерьеры в том числе. Mm-hmm. То есть реально дать какую-то коммерческую составляющую этому проекту, ничего не меняя, ничего не трогая, невозможно. Здесь нужно понимать, что мы хотим, в том числе территориальная громада. Если бы мы были очень богатая территориальная громада и могли за средства городского бюджета делать реконструкции, реставрации этих зданий, там даже правильно говорить реставрация, потому что реконструкция памятников не делается, делается только реставрация. Если бы это можно было, то на здоровье. За счет городского бюджета сделали, все, что захотели, сохранили, все, что захотели, восстановили. И, пожалуйста, сдаем его в готовом виде. Как использовался дворец Ильича? Я помню, я там в глубокой юности туда даже ходил на концерты. Я так уж ходил. Да, там выступала в 70 каких-то годах группа «Цветы». Я трохи пізніше. Ты пізніше, понятно. Ирина Понаровская. Я помню эти все концерты. Это тогда было один из, как зараз скажут, культурных осередков міста. Потом он потерял свою значимость с открытием там, оперного театра и так далее. Потерял свою значимость, потом он начал приходить в Занепад, потому что балансодержатель не имел средств для того, чтобы его поддерживать в должном состоянии. Хотя там работали какие-то кружки, там работали какие-то секции. И, возможно, кому-то было очень больно, неприятно и неудобно, когда этот объект вывели из эксплуатации, и он стал тем, что стал. Поэтому и пытается собственник принять какое-то решение для того, чтобы изменить статус. Но можно менять статус по-разному. Можно вообще пытаться исключить его из предмета охраны, что будет, наверное, не совсем правильно, потому что все-таки это здание имеет историю какую-то, хотя это и советская история, но это все равно история нашего города, нашей страны. Нужно просто, как говорят, вызначиться с предметом охраны. Если охранять фасад, то, наверное, можно что-то придумать с этим зданием и придать ему какую-то коммерческую составляющую, чтобы суметь вдохнуть в него вторую жизнь, чтобы оно еще пожило. Если ничего с ним не делать, оно просто разрушится. Угу. Не через 10 лет, а через 50. Ну, до речі, є така проблема, да? У нас є пам'ятка не місцевого значення, а національного значення. Це палац студентів, да? Колишній палац Потьомкіна. Да, Потьомкін. Да, тобто, в тому числі з того, що він має такий статус, там фактично неможливо нічого зробити, і він фактично руйнується. Я навіть з істориками говорив, там, наче він там ледь не на дві частини зараз вже розпадається. Тобто тут палка о двох концах, як то кажуть, я так розумію. Олександр Володимирович, ще хотів два питання вам задати. У нас залишається буквально 4 хвилини з вами. Перше, от стосовно, скажімо, такого об'єкта, як будівля Червоного Хреста, що був знесений. Да? Да, да. От чому, от з точки зору і депутата, і таке інше, чому таке взагалі можливо в нашому місті? Этот об'єкт, який знаходиться там, виходить, це вулиця Короленко напротив СБУ, когда-то ще году в 2003 или 2004 у нас была такая бизнес-идея там сделать реконструкцию и сделать клинику. Мы провели переговоры с турецкой народной компанией Аджибадем. Это сильнейший, один из сильнейших медицинских операторов мировых. И они были готовы зайти. Но тогда не получилось. Первое, городской совет попросил за выкуп много денег. Турки были не готовы столько. Второе, а потом, когда договорились по деньгам, был проведен аудит. И турки провели у себя аудит, а это Аджибадем, это народная компания, то есть там акционеры
вся Турция. Угу. Значит, они сказали, что Украина имеет высокую степень риска из-за коррупции. Сюда идти нельзя. И они так и не пошли. Угу. Как я отношусь к сносу? Ну, я ж там не понимаю, что там произошло. Там говорят, что-то само загорело, что-то само упало. Ну, наверное, более подробно на вопросы по этому объекту ответят его собственники. Я в их число не вхожу. Ну, тобто там вже, я так розумію, лише власники землі залишились ті, що фактично немає там об'єкту. Олександр Володимирович, на сам кінець нашої розмови не можу не спитати от, про активістів. Ми так трохи з вами згадали, да? Як відрізнити? От, ну, я думаю, ви стикались у своїй практиці не один раз із ними. Як відрізнити тих, хто реально бореться за збереження культурної спадщини від тих, хто відпрацьовує якийсь гонорар? Вопрос сложный. Честно говоря, ну, мне не приходилось встречаться с идейными борцами за сохранение культуры. У нас вместе культурной... все так погано. Да чего погано, не погано. Но для того, чтобы заниматься активизмом систематически, кто-то должен этот активизм финансировать. Я считаю, что, с одной стороны, это даже неплохо, потому что, как говорят, одно место на стройплощадке дает 7 рабочих мест в индустрии. Теперь еще появилось 8 рабочее место, это активистам. То есть стройки должны развиваться, стройки должны расти. Ну, наверное, кто-то есть там и идейные борцы, может быть. А стосовно неідейних, да, ті, хто там відпрацьовує, чи якийсь гонорар, чи чиїсь інтереси, чи, можливо, навіть власні якісь інтереси, що називається шкурні. Да, от, як з ними відбувається комунікація? Тобто, як з ними діалог? От приходять до вас там активісти, кажуть, Олександре Володимировичу, доброго дня. Чи приходили, скажімо? Приходили, приходили, слава Богу, це найменша потеря. Тим не менше, це цікаво, тому що у нас в Україні, в принципі, ця проблема існує не тільки в розгрізі, там, скажімо, будівельного бізнесу, чи забудови там міст, селищ, таке інше. Ну, нормально відбувається, як любые переговорные процесы. Что вам не нравится? Нам не нравится вот то и то. Так, хорошо, вот вам 5 пунктов не нравится. По 3 мы готовы там пойти навстречу, по 2 мы не готовы. Давайте за эти 2 мы вам что-нибудь сделаем другое. Там, дорогу где-нибудь, чего-нибудь. Но я вообще не понимаю, вообще против чего они возражают, эти люди. Есть привычка, конечно, ты привык где-то здесь находиться, но жизнь же не стоит на месте. Жизнь движется. Я не могу сказать за все компании, но та компания, где я работал, в любой объект, который был сделан, зайди, там везде все хорошо, все благоустроено, все. Я знаю десятки случаев, когда на период строительства там вызывали полицию, кидались на стройку, там, ломали заборы. Один из таких самых ярких объектов – Каскад Ваза. Но когда его закончили, на улице дождь, неудобно, некомфортно. Я зашел в Каскад Плазу, весь домовой комитет сидит на лавочках средине. Ну, надо отдать им должное, что они сказали, Александр Владимирович, спасибо вам. Передайте нашу благодарность Вадиму Владимировичу. Вы сделали так все хорошо. Да, Ермолаеву, естественно. Вы сделали все так хорошо и толково, что мы сожалеем о тех конфликтах, которые были. Но мы их тоже понимаем, потому что они реально боятся. Потому что это реально территория соседняя с ними. А когда приходят активисты, приезжают откуда-то и начинают бороться за что-то, непонятно. Я не понимаю. Що ж, Олександр Володимирович, на жаль, закінчився у нас час. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з депутатом міської ради Дніпра Олександром Сиротою. На все добре.